Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Нам вернули снаряжение. Нормально. Дед спиздил у нас снаряжение. Нормально. Нормально. У нас теперь есть какая-то хуёбина. Опа, Человек-паук. Что за болван? Может, этому безумию? А чё они все тут стоят? Не понял. Бля, ребят, вы чего? Опа, а там что? Кого-нибудь прервется. Ладно. Куда он пошел? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? То есть у тебя всегда, да, такое? Ну ладно. Чисто как мотоком добиваем одним ударом. А, ну все, лозга. У тебя много дел. Чего, блядь? Понимаю, у тебя много дел. Аккуратнее обращайтесь с оружием. Часто у вас не будет и секунды. Ружили, расталкивайте всех людей на своем пути и используйте звук. Ну да. Классно. То есть вот так что ли делать? Вот так вот что ли, блядь? Не пойму. Нельзя ли поосторожнее? Нет, мне сказали расталкивать, слышь. Добрый человек. Почему? Извиняюсь. Здесь что, туман, что ли, вечный, или что? Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Давал? Талал знает о вашем деле. Давал? А что ты давал? Кто? Кто просит-то? Да, что-то мужик давал, что-то кто-то просит, блять. Да, конечно, мужик, ты невменяемый, так понимаю, вообще. Здесь что? Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда... Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал... Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Альтаир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. А тебе? Как раз твои действия меня касаются. Можешь какой. Не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, я не чтобы ты шатался никуда. По городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере, близ мечети.
и на востоке перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски, и больше, чем ты заслужил. Нормально. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Он точно надо было смотреть, куда идёт. Что сейчас было? Извиняюсь. Ой, извините. Ой, извините. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Чего, блядь? Он устанет, хватайте его. Ты у меня на пути. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Чего, дурак, что ли, блядь? Чего себе, ты видишь? Не уйдешь! Что ты делаешь? Иди прочь! Давай, забежать тебе некуда! Насилие не решает проблем. Ищите его! Я начал поймать! Вот он! Стой, чертова грудья! Ищите меня! Очень мудро, раз решил обратиться к нам. Интересно, куда идет? Как странно. Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Да... Просто толкнул нечаянно, он, блядь, уже злится. Да, чел, ты нервный, конечно, подрачи, наверное, что ли. Мне и так есть чем заняться. Ебать, ебать, просто съебался. Нормально, чисто прокурист. Все же стражники прокурист, нормально. Давал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Это кому ты говоришь вообще? Кому ты говоришь, блядь? Всем похуй в целом, понимаешь? Ля, пузатенький идет, смотрите. А что у тебя, блядь, это что? Это ты типа степлером, что ли, хернул? В одежде, не пойму, или что это? Чего ногами не бит, как сижай тут же? Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Нормально. Может быть, для ты него, пидор. Но не для тебя. Осуждаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, блядь? Откуда там появился-то уже, блядь? Аллах с нами, старик. Не трогай меня, пожалуйста. Уходи. А то что, блядь? Что ты мне нахуй сделаешь? Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? На помощь! Помогите кто-нибудь! Только попробуй. Я верный! Я сниму тебе голову! Чё, блядь, мразь? Бан, блядь. На, ёпта.
Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленник. Какой? Ты за бок держишься? Зачем? Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет Почему? От стрел и мечей. А если как же... получится, до такого не дойдет. И я готов... А как же потеряться? Пожелай мне удачи, друг. А вот если удачи. Ты вот покакать хочешь, а? Что тогда? Вот этот клочок бумаги я спасет как раз таки. А вот ты, блядь, да, вот ты вот неумные вещи говоришь, знаешь. Чё бумаги себе понадобится, блядь? Ну кто это сделал? Не знаю, кто это сделал. Нам или в чём прямо, в любом случае. Чё такое-то? Ну чё, побежали-то в бюро. Куда он пошёл? Малик. Пришёл тратить моё время? Я нашёл Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Ну хорошо. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный. Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Зачем ты книгу достал-то? Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Нормально. Перемотка на более поздний Нормально. Участок памяти. Армия неверны. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там. А что это? Ухожу, ухожу, видишь, я ушел. Тебе что-то нужно? Пусти меня. Мне? Зачем? Очень нужно. Ха, нормально, своего убьешь. Хорош. Да? Ты уверен? Чё, ты чё, охуел, что ли, меня трогать, блядь?
Я испугался, смотрите, сразу. Что? Я? А? О, нет. Что это сейчас было, блядь? Это недобрый знак. А, нормально. Плече просто. О, боже, как такое могло случиться? Не знаю, слушай, тебя спасал. Ужас. Где тот, кто заварил эту кашу? Не знаю. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильны. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет, тебе здесь делать нечего. Ну да, да, все согласен, с этим, блядь. Идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за Ну что, работорговец, не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Кто ты, блядь? Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. Ой, бля. Ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Где ты, ёпта? Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Ну, блядь, достань ты клинок-то, блядь. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Ну, мальчик, посмотрим, блядь. Это научит тебя не вмешиваться. Да, блядь, не успеваю за ними. Умри, неверный! На, ёпта. Сука, смотри, что делает. Сосёшь же, блядь.
Не похуй, я до тебя добегу уже, блядь. Блядь, долбоёб ты, блядь. До свидания, блядь. На, отсосёшь. Угу. Сюда иди, блядь. Да сука, иди ты нахуй. Отъебитесь, блядь. Сука, сюда иди, блядь. На помощь, стража! Вот и все, блядь, вот и добегался. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на святую землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Нормально. Тогда мы боги давно оставили. Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. А, нормально. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их, а ты уничтожил... Да почему так похож на репера, блядь? Вот дреды, блядь. Видите, дреды? Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет. Пока нет. Ну, увидишь. Mm-hmm. Оп, оп, смотри, что умею. А ты так умеешь? Оп, 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 смотри, оп. Хуякс. Бля, что ты делаешь, мужик, блядь? Давай, 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 собирайся, собирайся. До свидания. Ты что, никого не видишь, что ли, блин? Мы нигде не можем найти его. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Чисто ходит по крыше. Нормально. Нормально, чисто прокуристы. Хорош. Блять, на месте прыгает. Нормально. Блять, что ну ладно. Допустим, так должно было быть. Блять, что это за хуйня? Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка. Нормально. Что такое? Огляделся, ну ладно. Ну ладно. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможность сделать это. Этот город наш, он всегда был... нашим... Спасенные вами ученые помогут незаметно попасть в охраняемую зону. Угу. Ты добился успеха? Работорговец мертв. Да, Голуб принес мне весточку. Война — грязное дело. Воинов и рабочих рук всегда не хватает. Убив этого человека, ты спас тысячи жизней.
Теперь крестоносцам и сарацинам неоткуда брать новые силы. Но что за темные дни, когда жизнь человека оценивается золотом, да еще так дешево? Он говорил не так. Он утверждал, это были не рабы, и что он помогал им. Знаешь, как определить безумца? Он бредит, царапает сам себя? Не. Безумец всегда говорит и поступает, так будто он прав. Я не понимаю. Люди редко признаются, что творят зло. У них всегда есть разумное объяснение. Он лгал? Меня там не было, я не слышал его слов. Но если бы все было так, как говоришь ты, то он всего лишь искал оправдание тому, что делал. Но я видел тех, кто должен был стать рабами. Они для этого не годились. Старики, больные, безумцы. Слабые. Лучший способ сделать воина — взять сломанного человека и сотворить его заново. Дать ему то, чего он был лишен, и пообещать больше. Это непросто. Да, но взамен ты получишь верность. Зная, от чего они были спасены, они никогда не предадут своего спасителя. Интересная теория. Видишь? Тебе все еще многому нужно научиться. Обманывают все. Друг друга, сами себя. Загляни за вуаль обмана. Но знай, ничто не истинно. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Нормально. Че-то какой-то такой странный дед. Наш... Что делает этот глупец? Нормально. Так. За мной наблюдают? А зачем? Да бля, идите на. Нормально. Чё ты лошадь тебя трогаешь, блядь? Стыдно, блядь. Догони сначала, блядь. Серьезно, блядь. Не убежать. Выпущу тебе кишки! Что же ты с хакейком, он анимал? Я убью тебя! Кого, блядь? Меня? А за что? Да. Ожидаем, ожидаем такое. Я был уверен, что он где-то поблизости. Что у нас есть? О, у нас сразу, а, вот, прослушиваю. Давайте подслушаем. Что, больно? Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся. Я буду держать рот на замке. Угу. Да, а то хуй в рот засунешь, да, если что. Пизду. Где тот, кто заварил эту крайнюю гибель? А
Альтаир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнеда Наплуза, потому я здесь. Что ты можешь рассказать мне о нем? Он гроссмейстер рыцарей госпитальеров и, несомненно, живет в их районе. Больше я ничего о нем не знаю. Попробуй поискать информацию в городе. Может, узнаешь что-нибудь от жителей. Скажи, где мне искать, я посмотрю, что смогу выведать. Лучшее место для начала поисков — общественный парк. Точнее, то, что от него осталось, к северу отсюда. Стоит посмотреть и на заброшенном рынке на северо-западе. И церковь Марии Иосафата на западе тоже довольно популярное место. Думаю, этого будет достаточно. Спасибо за информацию, Рафик. Она весьма кстати. Уж постарайся. Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы. Зачем носить слова и буквы в тубусе? По мне, так это глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. Альтаир, как идут поиски Гарнье? Я знаю, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Спасибо, что отпускаешь хотя бы. Очисти этот город, и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Все под контролем, да, у тебя? Нет, помогите, помогите мне! Помогите, пожалуйста, вы должны! Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну-ну, все будет хорошо. Нет. Дай мне твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души! Я видел! Я видел! Но не мою! Нет! Мою ты не получишь! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно? Я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных! Ты не удержишь меня здесь! Я снова сбегу! Нет. Не убежишь. Сломайте ему ноги. Обе. Что, блядь?
Бля. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Где ты, дед-то? Ты ублюдок! А вон он. Для твоего же блага. Ты хотел убежать. Куда? Отстань от меня! Мы будем смеяться, вспоминая эти дни. Я убью тебя. Сомневаюсь. Ну, сегодня полегчало. Чего ты хочешь? Только помочь. Нет, ты хочешь сделать мне больно. Это все, что ты умеешь делать. Сын мой, сам факт нашего с тобой разговора говорит о том, что ты выздоравливаешь. Уйди, Мана. Или ты забыл, кем ты был? Я не могу вспомнить. Да ты заебешь, блядь. А, память вернется. Сука, я тебя сейчас ёбну нахуй. Сука, тварь, блядь. Ты как тварь, блядь. Господи, он что, обезумел? Где дед-то, блядь? А вон он. Где он? Сука, заебу, блядь. Вот это дед. Бан, блядь. Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию? Публичные дома? Тюрьмы, откуда мы их вытащили? Вытащили против их воли. Да, но у них не было никакой воли. Правда, настолько наивен. Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет. Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но обожжется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь. Без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Что нового, Альтаир? Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Почему нет? Что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет.
То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Ну, для твоих-то лет нормально, слушай. Перемотка на более поздний участок. Да, забудь об этом, блядь. Да, просто, блядь, не знаю, зачем это говорить, а зачем это вообще говорить. Можно молчать, в принципе. Ну уж. Чисто вон, смотрите, из ниоткуда идет вода. О, что это такое? В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Да. Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Ну, уходи дальше, в принципе. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Какая-то книга лежит уже. Проснитесь и пойте. У нас впереди долгий день. Я еще не умею петь. Жизнерадостная. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Кто? Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь. Мы меняем мир. Каждый день сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. Чисто спиздить, почему нет? Знаешь, Лада так же говорит. Чисто это наша машина, а в итоге, блядь, у Фиата все спиздили. Нормально. Что? Да. Поговорим позже, блядь. То есть никогда уже, что ли? Все, доброе блядь. Утро. Ага, привет.